Сейчас мы зайдем попробуем местное пиво, с местной пивоварни. Там его расхвалили. Мы попробуем. Есть одно из пива, которое хочу попробовать, называется Grey Lady. Здесь называют так туманы и в виде русалки, сидящей на коне. Это выглядит. Оно со специями. Ну, сейчас попробуем. Нас проверяет ID. О, Фирус, Фирус, Фирус. Идем, нам должны одеть. Yep. Вот мы прошли. Сейчас будем разбираться, куда что идти покупать. Так, вот люди сидят отдыхают. Разные пиво. Живая музыка, ансамбли, и они все не закрываются. Как это возможно? Вон, сцена. Вон, овечные закуски, устрицы, все как бы есть. Честно скажу, Grey Lady больше похожи на квас. Ну, они все на квас. Это тоже квас. Ну, вообще, по идее... У тебя немножко с горчинкой. Но это свежее сваренное пиво. Я иногда раньше брал, большой у них ящик есть. Вам надо его взять. Короче, если просто когда-нибудь там пока вам подается, рыбу возьмете и в разные пиво будете пробовать себе. Прикольная тема. Согласись, место прикольное. Минимум заправки пиво, да, не один раз, просто пункт.